Выехал на встречную полосу и снес опору ЛЭП. В Нарьян-Маре произошел ДТП с участием пассажирского автобуса. Обошлось без серьезных последствий. Кадры с места аварии и рассказы очевидцев. Нарьян-Мар выглядит как поселок, а искатели как город. Александр Цибульский раскритиковал городские власти. Мэрия затягивает процесс реализации федерального проекта «Комфортная среда». Подробный репортаж. Платите за обслуживание. Горожане задолжали управляющим компаниям больше 200 миллионов рублей. Можно ли договориться с коммунальными организациями или суд уже неизбежен? Простывшим здесь не место. В сезон гриппа и ОРВИ больных детей не пустят в школы и сады. Всему виной постановление главного санитарного врача страны. Расскажем подробности. Выход на сцену. На всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда». Ненецкий округ представит выпускница 4-й городской школы. Что готовит юная исполнительница? Нарты и Тынзеи в регионе отметили День коренных народов мира. Впервые прошли соревнования по национальным видам спорта. Нарьян-Мар против Нельминоноса. Какая команда оказалась сильнее? Об этом не только смотрите в ближайшие 20 минут. Здравствуйте. Подводим итоги вторника. В студии Олег Хатанзийский. Новости начинаются. Ошибка водителя, неблагоприятные погодные условия или неисправность транспортного средства. Сотрудники полиции продолжают устанавливать точную причину аварии, в которую попал рейсовый автобус. Все произошло накануне вечером неподалеку от Лесозаводского моста. Эти кадры были сделаны через несколько минут после ДТП. Автобус с пассажирами двигался в сторону города. В какой-то момент его резко занесло. Он выехал на встречную полосу. К счастью, на дороге никого не оказалось. Затем снес опору линии электропередачи и съехал в кювет. В салоне в этот момент, по предварительным данным, находилось около 15 человек, в основном школьники и студенты. Серьезно пострадал лишь водитель. На машине неотложки его доставили в приемный покой Ненецкой окружной больницы. И вот что говорят пассажиры, которые находились внутри того самого автобуса. Все было резко. Щелчок такой, и автобус, он сваливается туда. Думали, что он перевернется. В шоке все, верещат все девчонки, испугались. Автобус-то был заблокирован, да? Да, и да, это да. Водители открыли дверь. Вот с дороги пришли, ну, открыли заднюю дверь. И вот так мы вышли, а водителя вывели другие пассажиры. Все обстоятельства аварии сейчас выясняют сотрудники госавтоинспекции. Они заявили, приоритетной версии пока нет. Также сотрудниками полиции установлено, что данный водитель на рейсовом автобусе ранее около 16 часов текущего дня совершил столкновение с впереди движущимся автомобилем иномаркой в районе улицы Юбилейная, дом 18 города Нарьян-Мар. Окружная госавтоинспекция обращается к свидетелям и очевидцам происшествия, обратиться в дежурную часть управления Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу для установления всех невыясненных обстоятельств произошедшего ДТП. Мэрия должна ускорить работу по благоустройству общественных зон, расположенных в Нарьян-Маре. Такое заявление сделал глава региона во время осмотра объектов. Их реализуют в рамках федеральной программы «Комфортная среда». Александр Цибульский сообщил, цитирую, «В случае невыполнения работ городские власти будут нести ответственность в первую очередь перед жителями, которым публично обещали построить данные общественные территории». Проверка показала, чиновники не торопятся вводить объекты в эксплуатацию на календаре август, но к некоторым проектам еще даже не приступили. Между тем, временно исполняющий обязанности губернатора посетил детский сад «Ромашка» в микрорайоне Авиаторов. На днях в социальных сетях появилась информация, что дети там якобы спят на старых матрасах, а в стенах огромные трещины. Обо всем подробнее расскажет Алина Вучийская. Рабочую поездку глава региона начал с проверки искательских объектов. В поселке нефтяников и геологов сейчас благоустраиваются парковая и пешеходная зоны, три двора и две детские игровые площадки. Видите, как девчонки! Одна из них по улице Расихина. Если раньше здесь был песок, то теперь для безопасности детей положили мягкое покрытие. Родители довольны. Здесь сейчас мягкое покрытие очень удобное, детям очень удобно. И на велосипедах теперь можно кататься, и в мяч они тут играют. Ну, конечно, немножко до ума довести нужно тут скамейки. Ну, глава, конечно, сказала, что будут скамейки и урны поставят. Вот, а так, в принципе, очень хорошо. А это уже территория Захребетной Курьи. Объект самый крупный по площади. Его благоустройство началось еще в 2017 году и поделено на три этапа. Последний завершится в 2019. К этому времени в парке появится пешеходная дорожка, уличные светильники. Кроме того, подрядчик должен обустроить место для отдыха, беседки и спортплощадки у водоема. Благоустройство территории проводится в рамках проекта формирования комфортной городской среды.
работы. Причем средства на его реализацию выделены из бюджетов трех уровней – федерального, регионального и казны муниципалитетов. И если власти поселка Искателей к реализации проекта подошли весьма рационально, по итогам аукционов образовалась экономия свыше 2 миллионов рублей, то городские чиновники денег не пожалели. Я не могу понять, да, Владимир Ильич? Вот там вот мы смотрели сейчас дорожку, явно не короче, чем здесь. Там стоит 4, здесь 10 300. Ну как, что, разница ли какая-то в цене? В чем проблема? Скажите мне, в чем разница? Давайте наймем у них за 4 они делают. Зачем нам за 10 делать? Сделаем из 3D плитки за 4. Ну серьезно, это что-то не то. Здесь где-то у нас сбой. Давайте проверим. Лесозаводской парк, где деревянные мосточки оценили в 10 миллионов рублей, одна из четырех территорий, благоустройством которой занимается администрация Нарьинмара. Причем сегодня в стадии завершения лишь один объект – двор в районе Малого Качгарта. По остальным даже не заключили контракты. Речь идет о пустыре около ЗАГСа, зоне между третьей школой и городским многофункциональным центром, а также набережной в районе морского порта. В лучшем случае к работам подрядчик приступит к концу августа, начало сентября. 19 сентября? Да. Вы же не успеете сделать. Ну, объективно не успеете. Что, вот это просто за месяц что сделать? Не сделайте, конечно. А чего раньше-то не сделали? В чем проблема? За этим было голосование. В чем проблема? А почему Искатели успели все сделать? У них не было рейтингового голосования. А когда мы рейтинговое голосование? 18 марта. 18 марта. Потом, пока отобрали территорию, пока проект сделали, тяжко пошло. 19-18 апреля, 18 мая, 18 июня, 18 июля, 18 августа. 5 месяцев. Серьезно? Это вот это все, вы хотите сказать, что быстрее невозможно сделать, да? Ну, это максимально быстро сделано. Что конкретно долго делать? Не, ну мы провалили, да? Мы не сделали. Можно даже сейчас уже фиксировать, даже не мучиться. Что, давайте на следующий год переносить. Подписывайтесь в том, что не сделали, что другой объект, как тебе говорят, не знаю. Ну, когда вы сделаете? Если только 19 сентября мы подаем к торгам. Значит, только в конце сентября мы сможем приступить к работе, выбрав подрядчика, по 10 дней подождав. Ну и что? А в ноябре уже все, снег. В ходе рейда Александр Цибульский решил заехать и в детский сад «Ромашка», что в районе Авиаторов. Новое образовательное учреждение попало в поле зрения главы региона после того, как в одной из социальных сетей появился пост следующего содержания. В новом детском саду «Ромашка» вчера было открытие, согласованное с губернатором, но ему не показали группы, в которых розетки заклеены бумагой. Старые списанные матрасы меньше кроваток детских на 20 сантиметров. Щели под подоконниками, лист бумаги пролетает на улицу. Нет игрушек новых. Коллективу было четко сказано – молчать или будут проблемы. Можно я посмотрю? Конечно, да? Конечно, смотрите. Ну, вроде бы вот матрасы новенькая. Как будто бы новые. Не как будто бы. Мы получили их 2-3 дня назад. Угу. Сейчас скажу. Мне не стоит дата. Ну, может, давайте зайдем в какой-нибудь, куда нас неожиданно. Но и там, где не ждали, все оказалось в порядке. Новые матрасы, счастливые дети и довольные родители. Никаких щелей под подоконниками и непригодных для использования игрушек обнаружено не было. Кроме того, глава региона проверил и бухгалтерскую отчетность по денежному содержанию. Выяснилось, что средний заработок воспитателей составляет 76 тысяч рублей. А общая зарплата по учреждению, с учетом нянечек и технического персонала, 65 тысяч. Я могу ответственно сказать, что мы сегодня прошли своими глазами, все посмотрели, вы были свидетели этому. Да, мы делали это максимально публично. Мне кажется, что большинство из заявленных замечаний, ну, просто являются выдумкой и не соответствуют действительности. Поэтому людям, которые это пишут, я советую, что надо более ответственно относиться к своим словам, особенно когда это делает мужчина, мужчина за свои слова должен отвечать. Если ты не уверен, что это правильно, по крайней мере, не выходи с такой информацией в публичное пространство. Но в то же время я благодарен, потому что за такого рода информационные сообщения нам помогают действительно держать руку на пульсе. Слава Богу, что здесь это не подтвердилось, но, может быть, в других местах, к сожалению, нам есть еще над чем работать. Здесь, слава Богу, все, мы поговорили, вы видели, и с родителями, поговорили с директором, поговорили с воспитателем, посмотрели реальные выписки заработных плат
воспитателей, ну, это не соответствует действительности. Поэтому, коллеги, даже в своей там политической борьбе надо все-таки использовать разрешенные методы, а не клевету и вранье. Подводя итоги рейда, Александр Цибульский заявил, в случае невыполнения работ городские власти будут нести ответственность в первую очередь перед жителями, которым публично обещали построить данные общественные территории. Да, может быть, был рейтинговый голосование, тем не менее, оно закончилось 18 марта, после этого прошло уже почти полгода. За это время можно было провести конкурс и начать работу. Тем не менее, по большинству объектов мы выходим на начало работы, начало сентября. Я считаю, что это безобразие. Не буду скрывать, это, ну, мое откровенное мнение. При этом в сравнении между поселком Искателя и городом, город, к сожалению, смотрится хуже, чем поселок Искателя. Успеет ли подрядчик сдать городские объекты в срок, станет известно только осенью. Алина Волчейская, Леонид Шишилов, телеканал «Север». Идем далее. На Ринмарцы задолжали местным коммунальщикам порядка 260 миллионов рублей. Такие данные озвучили в городской администрации. По сравнению с прошлым годом, сумма долга перед управляющими организациями выросла на 7%. Это порядка 18 миллионов рублей. По состоянию на 1 июля больше всего потребители коммунальных услуг задолжали по КТС почти 60 миллионов рублей. Компании и службы заказчика горожане должны выплатить 38 миллионов. На Ринмарстрою 33. А вот наименьшая сумма задолженности у северян перед обществами Содружество 3 миллиона рублей и Уютный дом 2 миллиона 900 тысяч. Самыми добросовестными получателями коммунальных услуг остаются наринмарцы, чьи дома находятся в управлении ТСЖ «Дворянское гнездо». Их долг составляет 770 тысяч рублей. По словам сотрудников по КТС, если у гражданина большая задолженность и нет возможности заплатить единоразово, он может заключить с управляющей компанией договор на поэтапное погашение. В таком случае юристы не обращаются с иском в суд в отношении человека. Наибольшее количество свободных вакансий в регионе представлено медицинской сферой. Такие данные озвучили в Центре занятости Нарьян-Мара. На сегодняшний день учреждения здравоохранения предлагают 211 рабочих мест. В основном нужны медсестры. Что касается населенных пунктов, то там есть вакансии для 8 терапевтов и 8 педиатров. При этом, по информации Росстата, на начало 2018 года зарплата медицинских работников в Ненецком округе занимает первое место по стране. Кроме того, врачи и фельдшеры, которые готовы трудиться и жить на селе, могут стать участниками федеральной программы «Земский доктор» и получить 1 миллион рублей так называемых подъемных. Между тем, значительная доля вакансий, более 100, приходится на транспортную сферу. Организации ищут летчиков, машинистов, водителей, механиков и других специалистов. Также в базе данных значится 76 вакансий для рабочих профессий. Лаборанты, дворники, трактористы, горничные и так далее. И 37 управленческих, директора, менеджеры и заведующие. Добавлю, всего с начала года по направлениям Центра занятости трудоустроено более 1000 человек. Учреждениям направлено на обучение 40 безработных граждан и 3 женщины, находящиеся в декретном отпуске. Другим темам. Утренний фильтр. В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ больных детей не пустят в школу или сад, пишут «Известия». Постановление главного санитарного врача России Анны Поповой предписывает образовательным учреждениям ежедневно проводить процедуру так называемых утренних фильтров, то есть осмотра учеников. Эксперты считают, что это поможет минимизировать риск распространения инфекции. В Роспотребнадзоре тем временем отметили, цитирую, «из-за страха потерять существенную часть зарплаты во время больничного, родители зачастую отправляют детей в школы и детские сады даже с серьезными признаками болезни – температурой, головной болью, насморком. Все это приводит к тому, что заболевает вся группа или класс». Конец цитаты. Добавлю, новые правила допуска к занятиям и проверки самочувствия детей будут действовать в осенне-зимний период, то есть уже с сентября. Новый сезон, новые участники. Стало известно, кто представит Ненецкий округ на очередном всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда», который традиционно состоится в Москве. Это выпускница 4-й городской школы Полина Лобода. Свою жизнь с творчеством она связала 6 лет назад. С 2012 года девушка занималась в студии детско-юношеского центра «Лидер». Ее наставниками в столице региона были Светлана Смолякова и Оксана Лобановская. А 2 года назад Полина окончила музыкальную школу Нарьян-Мара по классу фортепиано, куда поступила, когда ей было 5 лет. Чтобы попасть на конкурс, молодая исполнительница заполнила анкету и подготовила видеоролик. Говорит, не ожидала, что пройдет отбор. В настоящий момент Полина готовится к первому выступлению в Москве. Песня уже известна, но ее название пока остается в тайне. Добавлю, в этом году девушка окончила школу и поступила в Российский университет дружбы народов. Для получения будущей профессии выбрала факультет естественных наук, направление химия. Съемки 4-го сезона всероссийского вокального конкурса «Новая звезда» пройдут уже в августе. В прошлом году наш регион представляла Елена Соколова.
И в завершении выпуска в регионе отметили День коренных народов мира. К нему приурочили сразу два события – акцию «Свой среди своих», а также соревнования по национальным видам спорта. Турнир под названием «Салма Малхан», что в переводе с ненецкого языка означает «возвращение к истокам», в столице региона прошел впервые. Организатором выступила ассоциация «Исавей» совместно с Центром арктического туризма. В состязании участие приняли две команды – это сборные Нринмара и Нель Минаноса. За спортивными баталиями наблюдала Александра Литкова. Прыжки через нарты, метание тензея, тройной национальный прыжок и перетягивание палки, а также традиционные ненецкие игры. Для гостей праздника организаторы подготовили обширную программу. Иван Конюков на турнире представляет команду из Нель Минаноса. Опытный спортсмен, он уже не раз принимал участие в подобных соревнованиях. Состязание интересное, опыт есть. Я занимался многоборьем до этого севером. Какое самое сложное задание? Ну, самое сложное, как по мне, так это нарты. Пока одни метали тензей, других бесплатно угощали ненецкими блюдами и горячим чаем. С бытом оленеводов гостей праздника «Салма Малхан» знакомили прямо в чуме. Здесь же для всех желающих проводили мастер-классы по изготовлению национальных сувениров и выпечке тундрового хлеба. Обычное тесто, вода, дрожжи, сода, соль, мука. И выпекаем на обычном растительном масле на печке буржуйки. И, в принципе, сегодня в тундре женщины так и пекут хлеб. Несмотря на ненастную погоду, гостей на территории Центра арктического туризма собралось немало. Главная цель праздника, по мнению организаторов, была достигнута. Это общение между людьми, представляющими разные национальности. Каждый народ, каждый человек из любого народа должен гордиться своим народом. Гордиться должен своим родом. И мы должны знать свои традиции, быт, культуру. И это очень важно, потому что многое мы приобретаем от своих предков, от своих родителей. Вот. Если вы хотите узнать, чем будут заниматься ваши дети, сказать, потомки, посмотрите, во что они играют. А мы хотим, чтобы они играли в наши игры, которые на сегодняшний день очень популярны в тундре. Инициатива проведения праздника «Возвращение к истокам» принадлежит молодежному отделению Ассоциации ненецкого народа «Исавей», которую с удовольствием поддержали в Центре арктического туризма. Организовать мероприятие удалось на средства окружного гранта. Его размер чуть более 200 тысяч рублей. Такое вот мероприятие – познакомить именно молодежь, детей увлечь национальными играми, показать, вот как все выглядит в быту у ненцев и что популяризовать наши виды спорта, культуру и приобщать молодежь и подрастающее поколение. Что касается соревнований по национальным видам спорта, то победу в общекомандном зачете одержала сборная Нель Минаноса. Наградили и тех, кто показал хорошие результаты в индивидуальных дисциплинах. Как отметили в ассоциации «Исавей», праздник «Салма Малхан» станет традиционным, и его будут проводить каждый год. Александра Литкова, Антон Ведряков, телеканал «Север». Такова была картина информационного дня. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире.